когда выпил, я такой сразу... Меня всем сутошинский ответ. Это и потом уже интро, нам не кажется. Знаешь, они будут сидеть на отрядном месте и... Просто попросить их сесть на отрядное место, попросить вожатых. Пусть это будет, ну, нежданчик. Будет свет, у меня живой коридор. Начинай вправо перейти. Надо зеркально. Да, Настя. Можно подойти именно к вожатым и сказать, чтобы они собрались и что-то им там рассказывали. А мы, ну, Максим Витальевич сказал, что мы уже и подкрадывались, и там что-то подсматривали, и тра-та-та, надо как-то интересно это обыграть просто. Начинайте. Здравствуйте, Катерина Александровна. Она выпустилась уже. Ну я же тебе говорю, не говори им, что сейчас мы придем типа снимать видео, тра-ля-ля-ля. А так стать... Максим Викторович встретил Святошина. Сказали, да, им, что мы... Его здесь нету. Да. Абсолют, поэтому мы прячемся на местах. Хорошо. Да, давай просто не кричим головой. Вот так. Это, ну так, понимаешь? Я понимаю, что я тебе говорю, но как вариант, ну предложи свой вариант. Зараз тиха година, і ми йдемо до Святошинського району брати інтерв'ю. Ми підходимо до їхнього корпусу, а нам потрібно бути дуже тихим і обережним. Приходимо, там реально стояли з вожатими, де вони обсуждали какой-то проект, какой-то свій мероприятие. Давай зараз приїмо через балкон, буде оригінально. Ага. Чи я можу? Серйозно. Тихо. Святошин! А мы вас уже ждем! Вы не спите. 3-4! Та-да-да-да-да-да! А не так, блин! По двое! Нормально, пусть идут. Хоть раз попробуют репетиция. Сюда. Всем днепровский привет! Всем святошинский привет! На горе стоит солдат! На горе стоит солдат! Красной армии боец! Красной армии боец! Но и по себе стоит! Но и по себе стоит! Это песня про любовь! Это песня про любовь! По реке плывет кирпич, волосатый как утёр, но и пусть себе ползёт, можно тоже вертолёт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы самые лучшие, у нас все получится. Мы самые лучшие, у нас все получится. Мы самые лучшие, у нас все получится. Наша горя! Я горя! Наш девиз! Только вниз! До свидания, Максим Викторович! Кажем усім КТМ. А боремся на завтрашній квест. Не квест. Не квест, а КТМ. А ну і що? Праве. Раз, два, три, леве. Лола! Вот так не поднимай. Алло. Только в том, что... Добрый. Вы ставите лыжи. Ну и? Сейчас, зарвяем веревку. Я только не вижу, что потом я сказал. Ой, это все на камеру снимается. Да ну фейл! Так, Аня, мне еще было. Ой, сейчас буду как королева. Пошел сразу перегрузку. Раз, два, три, лево. Раз, два, три, право. Раз, два, три, лево. Раз, два, три, право.
Меня радует хотя бы та мысль, что сейчас наши ровесники, одноклассники учатся, сидят себе за партами, на уроках, еще что-то, делают домашние задания. Но мы здесь как бы нам не было, может, кому-то трудно, может, у кого-то что-то плохое случилось, все равно мы здесь, можно сказать, отдыхаем и работаем, понятно, вот, и становимся все одной командой.